Muy buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Здравствуйте, мои дорогие друзья. Как вы? Сегодня мы поговорим о теме артиклей. Вообще, артикли – это больная тема для носителей русского языка, потому что в русском языке их нет. То есть, сперва мы должны научиться ставить правильные артикли, где определенный, где неопределенный. Вот мы уже вроде научились их ставить, да, все уже хорошо, а тут оказывается, что есть случаи, когда ставить их не надо. Опять надо учиться заново. Так вот, давайте мы поговорим о случаях, когда артикли не ставятся. Неопределенный артикль в испанском языке часто опускается перед исчисляемыми существительными единственного числа, когда они обозначают скорее род предметов или нечто стереотипное, нежели что-то конкретное, или то, что можно идентифицировать. Давайте разберем случаи, когда артикли опускаются. Артикль обычно опускается после глаголов «tener» – «иметь», «haber» – «быть», «llevar» – «носить», на себе имеется в виду как одежду, и «usar» – «использовать». В том случае, когда объект, обозначаемый существительным, ожидаем или является стандартным в нашем обществе или культуре, или очень типичным для класса или категории вот вообще этих объектов. Например, давайте пример. Esa mujer siempre lleva falda. Esa mujer, вон та женщина, siempre, всегда, lleva, носит, да, falda, юбку. И в данном случае юбка – это очень стандартный предмет одежды, еще и женский, да? Очень ожидаемый. А давайте другой вариант. Esa mujer siempre lleva una flor en el pelo. Esa mujer, та женщина, siempre lleva, всегда носит una flor, цветок, en el pelo. В данном случае цветок не является типичным предметом одежды, либо аксессуаром. El edificio tiene antena colectiva de televisión. El edificio, здание, tiene, имеет, antena colectiva de televisión. Антена колектива, общая, de televisión, телевизионная, общую телевизионную антенну. То есть обычная стандартная черта для большого жилого здания. Но, внимание, возьмем другой случай. El edificio tiene una grieta en la pared. Что означает? El edificio, здание, tiene, имеет una grieta. Что? Трещину en la pared, да? На стене трещина. А вот это уже нестандартно. Ну, по крайней мере, да, в Испании. Следующий пример. Я спрашиваю человека. Tienes perro? У тебя есть собака? В данном случае это социальная и культурная норма иметь собаку. Либо, да, я могу спросить. Tienes gato? У тебя есть кот или кошка? Да? Это тоже, опять же, норма социальная, иметь кошку, кота. Но, я могу спросить, tienes una iguana? У тебя есть игуана? А вот это уже является как бы чем-то стандартным, да? Да, мы уже ставим здесь артикль неопределенный. Отсутствие артиклей гораздо чаще встречается в отрицательных предложениях, когда мы говорим об отсутствии не какой-то конкретной речи, а объекта,
обозначающего группу предметов. То есть говорим о предмете вообще, да, как о таковом. Например, Мария no tiene novio. Мария no tiene, не имеет, у нее нет novio. У нее нет парня. И вот здесь видите, novio, парень ее. Вот мы его не можем как-то даже, да, вот увидеть, да, картинку. Просто у него просто нет парня, как такового. Да? Как такой категории. Парня нет. Я могу сказать по-другому. No uso reloj. Я не пользуюсь часами. No uso, не использую, reloj, часы. А какие часы? Непонятно. Просто я не пользуюсь такой вещью, как часы. Да? Это категория. Либо я спрашиваю человека, no tienes abrigo, у тебя нет abrigo, пальто. Я не говорю о конкретном пальто, а о пальто вообще, как о предмете одежды. Я могу сказать, no conozco diccionario mejor que este. No conozco, я не знаю, diccionario, словаря, mejor, лучше, que este, чем этот. И в данном случае мы не говорим о конкретном словаре, да? А говорим о словарях вообще. То есть нет словаря, который бы был лучше этот. Какой словарь конкретно? Да никакой. Любой, да? Тем не менее, когда существительное становится более конкретным, да, скорее конкретным, нежели общим, мы должны поставить артикль. Да, мы уточняем уже что-то об этом существительном. Например, я могу сказать «Tengo perro». У меня есть собака. У меня вообще есть собака. Какая она, мы не знаем. Да. Знаем, что только 4 лапы, хвост, все. Да. Очень смутно видно его, да? Эту собаку, ее. Но я говорю «Tengo un perro blanco». Что? А вот уже видим, да? Оп! Это уже белая собака, ее уже видно, да? Она уже конкретизирована. Я могу сказать про человека. Él no tiene coche. У него нет машины. Какой машины? Просто вообще машины нет. Машины как таковой. Нет машины. Но, я могу сказать, no tiene un coche en condiciones. No tiene, у него нет. Un coche, автомобиля, en condiciones, значит, в нормальном состоянии. То есть, мы уже видим, да, что это что-то такое, ну, не очень хорошее. Я могу сказать, a veces es difícil encontrar mesa en ese local. A veces, иногда, es difícil, трудно, encontrar, найти, mesa, стол, en ese local, в том месте, да? Месте. Ну, локаль имеется в виду заведение. И вот смотрите, да, и здесь трудно найти стол. То есть стол здесь имеется в виду место, за которое сесть. Все, не какой-то стол, просто, поняли, да? Стол, за которым сидеть. Вот. Но я могу сказать по-другому. A veces es difícil encontrar una mesa que tenga sillas cómodas. Да? A veces, иногда, es difícil, трудно, encontrar una mesa, найти стол, и дальше, que tenga, у которого были бы sillas cómodas, удобные стулья, да? У которого были бы удобные стулья. И вот уже это можем даже как-то увидеть, да? Представить, да, стол с хорошими стульями. Это уже тогда уточнение, да. Также я могу сказать, compartimos cama. Мы делим кровать. Да, мы спим в одной кровати. Какая кровать? Вообще непонятно, да. Просто кама, да. Мы делим кровать вместе. Скорее важно, чтобы мы вместе, да. Но я могу сказать по-другому. Compartimos una cama doble. Мы делим
двуспальную кровать. И вот здесь уже, видите, мы уточнили. Una cama doble, не просто cama. Ну что ж, вот, наверное, и все на сегодня. Ну что ж, вот и все, что я хотел вам рассказать. Ну, на самом деле, я могу рассказать гораздо больше, но это потом еще я подумаю, где это выложить и как. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и у кого есть желания и возможности, пожалуйста, вы можете поддержать мой канал в Яндекс.Кошельке. А также желающие могут стать спонсором канала и за это получить бонусы. Ну, бонусы, в частности, это видео, которые составляют курс, где я даю грамматику и словарный запас уже, как вам сказать, по порядку, очень организованно. Вот. Ну, что ж, а теперь я прощаюсь. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.